Такие упорные и грамотные следователи помогли раскрыть дело мошенников, которых в полиции прозвали рыбаками. Они похищали деньги из банкоматов. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. О мошенниках, похищающих деньги из платежных терминалов, оперативники узнали от компании по обслуживанию аппаратов. Когда сыщики напали на след злоумышленников, те подались в соседнюю Нижегородскую область. Дополнительно это сведения были сообщены коллегам в управлении К Нижнего Новгорода, которые и уже в последующем подключились, установили наблюдение. Ну и, соответственно, где-то в понедельник вечером эти лица были задержаны. Оперативники прозвали криминальных умельцев рыбаками. Используя 1000-рублевые банкноты с прикрепленной веревочкой, те осуществляли платеж, а затем вытаскивали купюру обратно. И так раз 10-14. Кстати, они действовали не в центре города, старались выбирать места такие мало заселенные, где магазинов поменьше находится, людей проходит поменьше, чтобы, видимо, видеокамер не было. Подозреваемые оказались жителями Тюмени. До Чуваши трое мужчин совершали кражи из терминалов в Челябинской области, Екатеринбурге, Казани. Все средства, которые при них были найдены, пластиковые карты, соответственно, большое количество подготовленных сим-карт, на основе которых делались виртуальные кошельки, у них в последующем были изъяты. Обнаружен список из 21 города, в который они планировали заехать, проезжали, и где уже побывали, они отмечали как бы крестиком. Только в нашей республике, по версии оперативников, приезжие причастны как минимум к 14 кражам из терминалов на сумму более 100 тысяч рублей. В других регионах сумма причиненного ими ущерба еще больше. Пока задержанные находятся в Нижнем Новгороде, позже, вероятно, будут этапированы в Чувашию.